Всем привет! Сегодня 22-е. Потеплело, слушайте. Конкретно потеплело. И солнышко. Шикардос. Стало 25 градусов. Завтра 23 февраля. Вечер. 5-й час. Солнце уже на закате, кстати, луна где-то видна там наверху. Хорошие деньки, похоже, будут, выходные, это хорошо. Людей сегодня пораньше отпустили, потому что предпраздничный день, и все, видно, бегают. Много смотрю людей в магазинах, по магазинам бегают. Вот видите, уже тут пробка, это улица Короленко. Давайте вот сюда вот нырнем через вот этот переход, срежем угол, да и не так будет сильно пыльно идти вдоль дороги, шумно. Это китайская стена, как видите, это один из первых таких больших домов в городе. Двор весь в машинах заставлен. Ну, тут у них как бы своя такая закрытая территория. Вот между этими двумя домами. Даже у них там баскетбольная, футбольная, волейбольная площадка. Игровая площадка. Поснимать нам немного таких вот мест. Может, кто вспомнит, кто жил в Якутске когда-то. Вот она, китайская стена. Ну, ее так прозвали, потому что, ну, вот смотрите, вот это все дом. Представляете? Ну, а это уже пристроено. Уже позднее было все. Ну, вот такая махина. Выходим на этот, на эту улицу. К сожалению, не помню, как она называется. То ли Горького, то ли Шевкунова. Ну, улица-то сама осталась, а вот домов, по-моему, не осталось такие нумерации. Перекресток. Улица Курашова и вот это Шевкунова или Горького. А, хотя Горького есть дома. Я вам вру. И Шевкунова тоже вроде бы как есть. Так, а нам сюда, я не успеваю. И в направлении идем рынка крестьянского. Я на сам не буду заходить. У меня, кстати, сегодня проездной кончился в автобусе. Срок действия закончился. А поездки, по-моему, остались. Надо вот пешком ходить. Ну, хорошо, что потеплело. Это плюс. Это плюс. Можно вот весна, тепло, уже походить. И когда холодно, конечно, лучше в автобусе ехать. Смотрите, сколько машин в городе. Это как вот по одной улице. Такая пробка в том и другом направлении. Транспорт едет. Ну, раз потеплело, значит, людям проще стало машину заводить. И тут, кстати, пункт выдачи озон. Кому надо. А здесь, с этой стороны, вот этот дом. Домино вот такой вот красивый. Аналогичный должны рядом, по-моему, построить. А я двигаюсь в
любимый магазин, где продают мороженое. Вот этот маленький одноэтажный домик. Там обычно я его покупаю. Ну, сейчас уже, конечно, холода нет, поэтому особого резона кушать мороженое уже такого нет. Поэтому, если я куплю килограмм, наверное, сразу брикет здоровый. Вот якутское эскимо. Так, ну купил, короче, замороженные продукты. Два мороженых по полкило, брикеты. С начинкой из ягод. С джемом. О, какое солнце, а? Смотрите. Ё-моё. В Якутске, смотрите, солнце. Все шикардос, конечно. О, это машина тут. Республиканская больница. По этой дороге обычно не включают. Реанимация, видно, идет. Кому-то плохо. По этой дороге много транспорта, поэтому они включают, чтобы доехать быстрее. Сирену, мигалки. Сейчас она свернет. Вот там, в сторону республиканской больницы. Свернула. А мы туда свернем. Пройдемся. Интересно, здесь была вот остановка такая стеклянная, да? Ее же что-то снесли. Вот, кто помнит, тут когда-то был злосчастный клуб. Бордель или какой клуб, кафе, этот вертолет, вот тут вертолет стоял, его убрали, вот одна штука так осталась. Сейчас что здесь, я даже не знаю. Короче, новость прочитал сегодня. У нас в Якутске открывается федеральная сеть магазинов «Пятерочка». Магазин «Пятерочка» будет. В городе, в трех местах. В торговом центре Ураса Молл, потом в торговом центре Азия и по Федора Попова в доме, там какой-то 15-этажный дом, по-моему, напротив бывшей стоматологии. О, машина вся за снегом занесенная. Да, и вот хорошо сейчас пройти, хорошо воздухом подышать. Тем более тут 3 дня выходных. Надо немножко движуху сделать. Ну, велосипедисты ездят. Всю зиму ездят. Вот мороз нипочем. Даже я помню тогда, в каком-то году они устраивали 40-градусный мороз. 40-градусный соревнования. Кто быстрее там приедет, объедет или что. Ну, короче, таким образом. Не знаю, там люди вообще такие железные должны быть. Железными легкими. Все-таки дышать, гнать на морозе, там вдыхать холодный ветер. Это не совсем правильно. Поскольку сегодня тепло, немножко похожу. По переулкам, кварталам снимаю вам. Зашли здесь вот этот дом по Лермонтова. Тут, кстати, снесли все деревянные дома и будут, вот видите, забор, да, что-то строить. Ну, а здесь вот это, по-моему, общежитие, что ли. Березка какая еще сохранилась, смотрите, сколько ей лет. Не сносит хорошо. Вторая березка тоже. Так, и сейчас мы завернем. Вот это школа, вроде бы как. Номер я не помню, к сожалению, вашему. Я заворачиваю. Вот здесь вот идем. Улица
мастер Алексеев, насколько я знаю, дома относятся теплые гаражи. Идем дальше. А здесь вот смотрите, какой дом большой стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Девятиэтажный дом. С этой стороны, насколько я знаю, вот это колледж. Колледж связи. Так, машина едет, осторожно. Ого. Тут смотрите, какая колея накатана. Глубокая. И сзади кто-то едет. Так что осторожно. Вот сюда вот, на Петра Алексеева. Сейчас. Туда бы сигануть, но тут, знаете, перехода нету. Ё-моё, придется. Где этот переход-то ближайший? Только вот там вот, на перекресток надо идти. Ну, вот сейчас вот здесь остановка, и тут же перекресток. Здесь, ну, сейчас мы тут тоже мы перейдем. О, у меня что-то телефон разряжается. Слушайте, 5% всего. Сейчас он замерзает, получается. Ладно, переходим. Сюда я хотел поснимать пауэрбанк, что ли, подключить. Ладно, сейчас я зайду, наверное, в какой-нибудь магазин, и там пауэрбанк. Так, ну все, у меня подзарядился, немножко потеплел телефон. Пошли дальше. Пошел вот сюда. Думаю, тут пройти как-то. Дождь, нет, нет. Пробка. Осторожно надо ходить. Может, в глаз так бумс, и глаза не будет. Или в лоб. Так, а как я тут пойду? Кошмар. Опять мне три погибели, придется нагибаться. Все, ладно, покопал. Да уж, пришлось, короче, на колечках пролазить. Только обычно. Так, я тут пройду. Тут вот это, раньше помню, вот эта кочегарка была какая-то древняя. Знаете, они еще топили, по-моему, углем. Углем топили. Потому что там были какие-то, я помню, рельсы заходили. И вот это вот. Так, это куда мы проходим вообще? Видим. Вот она, кочегарка. Сейчас тут настроили второй этаж, смотрите. Люди там работают или живут. Смотрите. Фу. Тут можно пройти, наверное, да? Я сам первый раз. Тут трансформаторная подстанция. Вот только меня тут не убило бы, а, слушайте. Какая-то. А я как тут? Я никак не пройду, слушайте. А что, куда зашел-то? Тут мне надо прыгать вниз. Я не смогу. Все, точно. Уходим. Короче, я не понимаю, куда я все иду. А тут дорога есть, да? Куда она идет? Вот так вот. Пойдемте так. Зашел туда вон, ага. И все, там поднялся, там тупик. Ты в электрику ходишь, что ли, туда? Не пойму. Так, не знаю, пути. Хорошо, сейчас еще холод. Вот тут, смотрите, тоже какая-то дорога есть. Куда вот она? Что, похоже, к этому дому. Трубы проложены. Так, ну сюда. Кстати, вот это новые дома построены здесь. Это у нас тут улица Свердлова. И вот тут деревяшки были, их посносили. Сейчас вот такие огроменные дома построили. Теплые гаражи, гаражи, какая-то зона и вот эти вот домики. Приходится мне с пауэрбанком пристегнутым ходить,
больница. Вот такая здесь красотища. А когда-то здесь были такие дома страшные. А, вот один хотя дом остался, он там видно, да? Это сейчас это магазин Балык или там пиво продают. А раньше это был. Вот его крыша торчит. Двухэтажечка. Раньше это был промтоварный, винный, еще что-то. А, нет, не промтоварный, продуктовый. Вот. Здесь вот такой вот двор, тут какая-то площадка. Детская, что ли? Сейчас так делают. То есть на сваях детскую площадку, а под ним здесь вот машины что-то парковались. И смотрите, заезд такой. Такой вот заезд. А здесь вот такие тоже дома еще строят. Так, дом, короче, окончание 24-й год, 4-й квартал строительства. 48-й квартал города Якутск. Сейчас этот район совсем не узнать. Совсем все посмотрели, короче. Все тут дома деревянные. Понастроили новые, и все это знает. Так, мне на ту сторону надо перейти. Так, а что у меня телефон-то выключил? Сам по себе не понял. А, там я ходил, короче, улицу переходил, не знаю, если его снять. Ну вот, сюда зашел. Здесь снесли какие-то деревянные дома. Сейчас тут посмотреть. Снесли, нет их. Здесь дом деревяшка это стоит, вижу крыша. А здесь тут был домик одноэтажный. Сейчас глянем. Здесь забор пока, да? Забор. Такие заборы. Вот новые дома. Вот эти какие дома. Вау. И там тоже дома торчат. Вау, фантастика. Как будто бы не в Якутске, да? Вот еще тут строятся дома. Видно краны. Вот здесь был дом. Его снесли. И поставили гаражи, что ли? Вот эти вот гаражи воткнули. Ну, это еще в прошлом году. Если остался здесь вот этот домик. Деревяшка. Там, по-моему, тоже какая-то. Люди-то живут, даже не знаю. Должны жить. Вот еще тут несколько домов. Это квартал между улицей Свердлова и улицей Халтурина. Еще один деревяшечка. Ну да, тут люди живут. Видно. Живут, машины стоят. О, смотрите, чудеса. Просто чудеса. Тут вот этот дом, да? И тут же не стало домов вот этих вот. Тут люди, я помню, ходили с... Я еще в прошлом году их снимал. Тут деревяшки были. Тут двор большой. Вот это одна. Хибара осталась. Там тоже еще одна хибара. Тут вот дом с неблагоустроенный. Там, я помню, люди с ведрами ходили, чтобы помои вылить. Ну, все пусто, зачистили. Вот какое пространство здесь. Еще вот этот убрать, и вон тот тоже сарай. Да, вообще невозможно с этим телефоном ходить. Он постоянно вырубается на морозе. Надо пауэрбанк, чтобы был к нему постоянно подключен, а пауэрбанк уже кабель замерзает. Геморроя много. Я переход сейчас этот перейду. Перешел, я перешел, так. Буду вот сюда идти. Вот в этом направлении. Вот тут насыпали, смотрите,
такую горочку, как бы для тротуара, чтобы было удобно ходить. Прикольно. И здесь еще остались деревянные дома, довольно их много, они начинаются таким образом идут. Внутри тут квартала снесли немножко, но если там, кстати, глянул, там, наверное, можно 2-3 дома построить точно на этой площадке, таких вот высоких, здоровенных. Вот тут даже, смотрите, чудеса. Это чтобы вот посюда не проходить, можно над этой, над трубами, типа трассы сделали вот такой железный переход. Ну что, ну так только можно в таком. Ну, якутский хорошо сейчас. Пока еще не начало таять, каникул лучше. Можно свободно так передвигаться. Овощи, фрукты. Ремонт обуви, киоска. И двор, смотрите, какой шикардозный двор. Мечта многих, да? Смотрите, это площадка, она просто машины на нее заехали, вот так стоят под Наташами. Раздельный сбор мусора. Ё-моё, цивилизация. Вот еще какие-то дома. Гаражи, дома. Так, как это будет? Отсюда что-то будет? Посюда пойду между трансформаторной будкой и вот детский какой-то сад. Раньше был, как это назывался, деткомбинат, там ясли и садик, как бы ясли-то более мелкие дети ходили. Раньше был, по-моему, женщинам не давали сидеть до 3 лет, как сейчас. По уходу за ребенком в отпуске. А где-то сразу через год или даже через полгода начинали уже работать на благо государства, страны. Так, и вот мы здесь вышли. Это Банковская. Вот такой дом с забором таким огорожен. И здесь вот такой двор тоже. Интересный двор. Так, а мы куда пойдем? Мы сюда пойдем. Здесь еще сочетание вот этих вот старых 50-х годов, 60-х хрущевок и вот этих вот современных, отделанных вот этой плиткой красивой. Ну и все, вот здесь, смотрите, детская площадка между вот этой улицей. Конечно, тут Дзержинского, она постоянно загружено. И тут воздух вообще даже, я бы не сказал, что целебный, даже вредно бегать по нему. Так, а может быть посюда там-то. Я вам дворы, дворики поснимаю. Я знаю, вы дворики любите смотреть. Ну, якутский вечереет, смеркается. Солнце было на закате. Аккуратно здесь, смотрите, чистят территорию. Коврики лежат, чтобы не долбануться. Управляющая компания следит. Даже, смотрите, шлагбаум у них, который сейчас не работает. Типа дом какой-то элитный, не знаю, не элитный. А это вот... Кто помнит, тут магазин «Либерени» был, ну, хоть с другой стороны здесь. А здесь паспортный стол, что ли? Этот ход видно, да? Работает он, как паспортный стол сейчас. Какие-то документы, если у вас с этими... Жильем вы сюда ходили. Ну, вот таким вот образом, так. Ну и вот. Движуха такая. Ну, сами посмотрим. Сколько транспорт. Ладно, все, всем пока. С праздником у вас. Наступающего 20 февраля. Мира, добра, здоровья.